Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. День 17, забираем с тобой шестеренки, тут какие-то новости. Так, более высокий дивизион. Ребят, давно не заходил в игру, очень давно. Может быть, около 2 месяцев. Так что не обессудьте. Так, давай-ка мы с тобой здесь. Ага, зимние шины. А здесь... То же самое, зимние шины плюс бесплатный сундук. Открываем. Так, хорош. Событие команды. Рэй начал поиск соответствия. Какой я начал поиск соответствия? Никакого я поиска не начинал. Так, спойлер. Я не знаю, есть ли кто вообще еще в игре, ребята. Мне кажется, уже, наверное, все разбежались кто куда. Ну, я никого не виню, я всех ребят практически... Да, вот тут написано... В плане практически никто не играет. Да, практически никто не играет, потому что, ребята, вы играете только тогда, когда играю я. Вот. Ну, а я, пожалуй, да, мне надо сменить. Что мне надо сменить? Сменить физиономию моего гонщика. Да, господи. Так, приступаем к развлечениям. Дизайн. Украсьте гараж по собственному вкусу. О-о-о. Это какая-то коробка. А что, он должен быть обязательно на земле? А-а-а! Пускай у меня в гараже будет только лишь одна коробка. Ребята, 250 тысяч я не... Я пока не готов отдавать. А вот... А вот прокачать мы что хотели с тобой? Мы Muscle Car прокачали или нет? Прокачали. А что у нас тогда непрокачанным осталось? О-о-о-о. Это очень... Этот очень хочет идти в гору. Приз за соревнование. Выглядит, конечно, крутенько. Мне нравится. Ну вот что мне прокачать? Танк, как-то особо желания нет его качать. А, мы же формулу, по-моему, начали качать. Формулу. Ну да. А, мы вот еще, ребята. А, мы уже и прокачали спорткар. Ну давай тогда формулу, да, действительно. А почему бы и нет? Так, мотор прокачали полностью. Тут сцепление. Ну, понятное дело, что у нас, наверное, не хватит на фул прокачку. Но это можно понять. Так, разблокирован слот для деталей. Давай амортизацию тогда еще, подвеску прокачаем. Ну и баг. Подожди, это прижимная сила. А, это прижимная сила, ребят, это не баг. Но, тем не менее, прижимную силу тоже надо, чтобы она не так прыгала. Чтоб шла ровненько, гладенько. Ну что, а поеду я, пожалуй, ребята, начну вспоминать все именно с нашей ХКР-ки. 300 лет не играл. Надо, ребята, все вспоминать. Скилл потерял, наверное, да? Так, первым кто там едет? Muscle Car? Да. А, ну, понятно, ребята. Они все имеют вот эту вот гадость зеленую. И за счет этой зеленой... Я не знаю, как это работает. Впрыскивает или еще что-то. Ну, они, в общем, за счет вот этой зеленой пакости, так скажем, набирают скорость. Причем скорость набирает люто. Я даже за ними не угнаться не могу. Как ты видишь, мы все, ребята, практически... Ой. Ну что-то я вообще раскисился, ребят. У того, походу, дело горючее кончилось, я так понимаю, да? Раз он там встрял. Нет, вроде бы в конце выровнялся. Что-то там выровнялся. Выпендрился.
Ага. То есть, если бы мне такую штуку поставить, то насколько я могу... О, ну ты посмотри. Не, я все равно первый, но все равно, ребята, он догнать меня умудрился каким-то образом. Так, превосходно. И... Я новенький в команде, как у тебя дела? Норма. Норма. Ребят, я что-то не внюхал. А почему, почему я не продвинулся вообще ни на грамульку? Так, у нас сейчас там горы будут, да? Я правильно понимаю? Я решил, ребята, здесь баги взять. Сам пока не знаю зачем, но... Посмотрим. Так, я не хочу туда. Ну ты серьезно, что ли? Какому-то, блин, захудалому байкеру проиграем. Да. Проиграли захудалому байкеру. Ладно, ребята, посмотрим сейчас. Нам просто надо... Такие локации, как тебе объяснить-то? Вот, например, такие. Это для нас. А байкеру там, ой, как не сладенько, ребята, ездить по этим пещерам. Ну, ты сам понимаешь. Он не любит. Он не любит это дело. Он сразу, ребята, понижает скорость. Ну, здесь отлично. Здесь прям великолепно. А байкер? Нет, гляди-ка, едет последний, правда. Ну... На то и был сделан расчет, ребята. Ну тут вертушка, конечно, ребят, да. Вертушечка. Если бы он еще бы... Ой-ой-ой. Если бы он еще бы взял бы крылья. Ну, мне кажется, это было бы топ. Но он без крылышков. Леший, отвали. А что это сейчас? Ребят, это что сейчас было? Почему сейчас так вот... Я первый все равно. А почему он так резко тормознул? Офигеть, я только так только сейчас проехал. Чики-бомбони. Чики-бомбони. Я раньше так любил говорить, ребята. Все чики-бомбони. Так что все окей. Давайте откроем сундуки. О, сельский кубок. То, что мы любим, ребят. Сельский кубок. Я, наверное, поеду на нашем... суперкаре. Так, друзья мои, а кто это там вжикал сейчас? Вижу. Да ну! Как он... Подожди, ребят, ну это же не может быть такого. Он ехал как вшивый гондон. Извините меня. И он меня еще и обогнал. У него там... Да нет у него там никакого впрыска. Да и здесь тоже сделал, а? Ты посмотри, тварь. По идее, ребята, он должен свалиться, потому что он горючее пропустил. Если он, конечно, сейчас не возьмет где-нибудь его. А он его возьмет, да? Но все равно мне это не дает первое место. Хотя... Хотя я первый, ребят. Эх, горе, не беда. А у нас, ребятушки, первый снежок. Первый снежок выпал, и мы с вами возьмем... Подожди, какого фига я вид не поменял? Какой суровый. Давай вот его и возьмем, ребят. Такой суровый викинг. Ну, не викинг, конечно, но... Суровое лицо. Суровое лицо у этого мужичка, ребят.
Ты посмотри, как зато красиво этот суровый дядька проехал, ребятушки. Просто на одном дыхании. Но тут я передавил кнопку газка. Так, этот щегол с монетным ускорителем, да, едет? Монетный ускоритель, хлыщ, должен быть прокачан нормально, если ты хочешь на нем гонять. Запомни это, Дристун Пантелеевич. Ерма. Ермак, ек-макарек. Так, давай тут не дуркуй. Ну, я же не могу, ребята, не дуркануть. Фраерок пригорелся, называется. Опа, опа. Америка, Европа, мы с тобой как сделали, как сосуночка всех. Шикардос. Что я могу тебе сказать еще по этому поводу? Просто пролетел. Ребята, у нас воскресный чемпионат. Я попробую его прокатиться на... Пердит, чадит, но едет, да? Пердит, чадит, но едет. Ай, нормально, ребятушки. They're good. Где поймает, там и прут. Так, тут байкерок, ребята, затесался у нас. А, так он опять же с этой говнюхой, ребят. И есть. Сделал как стоячего просто. Друзья мои, не раскисаем. Собрали всю волю в кулак. Да ядрить тебя на корень! Это что? Что сейчас? Друзья мои, я изобразил, а? Можно вопрос? Нет, ребят, этот плешивый достал. Давай гору. Давай гору мне, блин. Не мне, точнее, а байкеру этому. Вот так вот. Говна кусок получил свое. Так ему и надо. Так, вот там... Машина разлетелась. Но я доехал, друзья, я доехал. Все было сделано, как всегда, великолепно. В моем, ребята, исполнении. Я думаю, надеюсь, вам понравилось. Так, давай вот этот вот. Крылышки, крылышки, крылышки мои. Меня просто до сих пор, ребят, не отпускает этот. Скажи, я скажу. Нафига ты в пещеру взял эту фигню? Меня до сих пор не отпускает Дина Бэш сегодня. Прям вот. Не знаю, друзья мои. Прямо сегодня так нервно все это было. Такая нервная игра. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, конечно, захотел он. Захотел бабульку разлохматить. Как бы не так, щеглазадый. Ну ты понял, да, про что я, ребята? Он поднялся наверх и думал, сейчас я втоплю и без разгончика заеду. Угу. Вот так вот сделай. И все, и будьте счастливы. Капучино надо было сделать глоток, друзья мои. С ним жизнь. А почему не 3 секунды? Одну секунду все удали-то. Ой, тут... Ау! Тут... Твою налево, вшивая крыша, а! Да, друзья мои. Немножко не сделал этого. Немножко не удержал я равновесие. Скажем так. Ну что значит немножко? Да фига я там сделал косяков. Так, тут у нас еще и баги. Ты глянь. Оп. Хей, ла-ла-ла. Главное не врезаться, ребят, как в тот раз. Ну это идиотизм. Сейчас был полный... Идиотизм, ребят. А, так этот говнюк тоже, ребята, с зеленой херней ездит.
Но второе место я все равно свое урвал. И я пошел брать 50к. Так. Пам-парам-пам-пам. 50 тысяч к. Молодец. Шустрый. Блин, я хотел машину-то поменять. О, ребятушки, на этом... На этой я тут далеко не уйду. Ого. Ого. А че... А раньше... Какая огненная палка? Что за фигня там была, блин? Ребят, такого... Это что за ноу-хау, а? Не было такого раньше. Ты посмотри, тут вообще преобразилось. Это вообще другая карта. Абсолютно, ребят, другая карта. Абсолютно, я ее не узнаю. Второе место. Подожди, а почему второе место? Перча... А, хилклимп. Давай, наверное, хилклимп, мы поедем с тобой вот на этой драндулеточке. Слушай, давно не играл, так, ребят, разучился. Что? Ну что? Ну что? Ты колеса встань, дристун. Да, друзья, третьим приехал. Хотел как лучше. Думал, что мы с тобой здесь... Как сказать? Фартанем, фартанул, блин. Дристанул, я бы тебе сказал бы так, а не фартанул. По поводу, ребята, Палворда, если кто там говорит, что я забросил, нет, я не забросил. Все у нас будет чики-пуки, как говорится. Кейптаун. Что это за Кейптаун? Я не знаю, ребят. Ночной город опять? Точно. Но Кейптаун-то непредсказуемо, ребята, трасса. Они все тут на нитро почти. Твою налево, даже я, ребят, не смог заехать. А внизу там что, лава что ли было или что? Короче, я последним еду на этом Кейптауне. Вообще последний. Как дрищ, друзья мои. Ну, я еще раз повторяю, эта трасса для меня малоизвестная, так скажем. А что у него там? А, это ракета у него какая-то в руке просто. Ты посмотри, вот он едет на нитро, ребята. И вопрос у меня такой. Почему оно у него не кончается? М? И этот меня как-то обогнать умудрился. Я не понимаю, как. У него как... Ну, возможно, может быть, движок прокачан там до упора или еще что-нибудь. Тут знаешь, что такое? Дело темное, когда дело ясное. Зашибись! Вот это была сейчас подстава, ребята. Это была чистой воды подстава. На меня сверху упала эта фигня. Почему? Ума не приложу. По идее, я должен был на нее подняться. Логично? Логично. А она меня взяла и раздавила. Прикинь? Опа, 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 опа. Ну что-то я вообще, ребят, тут со сумка какого-то давлю. Я не могу, прикинь, я просто не могу. Ребята, здесь занимать первые места. Неужели у меня машина настолько уже слабая стала, что она просто не тянет? Ну, такое только
Со мной может приключиться, друзья. Упасть, доехать до магнитов. Магниты тебя подняли. И еще при этом приехать вторым. Дорогого стоит. Это стоит, друзья мои, дорогого. Фига он вырвался, ты видел? Я, блин, я вторым, ребят, я не первым, я вторым тут приехал. А тут вторым тоже. А почему сундуки не дают, я не пойму. Так, Артем, ура, Рей зашел в команду, привет. Приветик. Так, ладно, ребят, надо... Большой воздушный кубок. Ну, блин, я не знаю даже. Ну, давай Muscle Car попробуем, опять же. Обделышь. Просто обделышь. Я тут тачки, ребят. Это же вот эта тачка, да, разыгрывается? Ну, там. За приз там какой? Нифига она там шпарит. Смотри. А что она такая воздушная, летучая? Или как у нее там получилось? Я не знаю. Как она так летает? Естественно, я без... Да что с тобой, ну, Рей, ну, ядрен, смотрю, ну... Ребят, ну это вообще маразм полнейший. Почему со мной какая-то невезуха-то происходит? Я не пойму. Куда-то врезаться, обязательно куда-то под какую-то корягу залезть надо. Что за дела, ребят? Это что, меня игра так сегодня приветствует, блин? Спустя два месяца захода она меня вот так вот радует, блин. Такими косяками. Обиделась, наверное, да, на меня, что я давно не заходил. Начинает мне всякие пакости тут делать. Да, 5 баллов. 4. Второе место, ребят. Потерял я желтую майку лидера. Я тебя люблю, в Ютубе смотрел. Я подвижу, мы тебя долго жали. Такс. Ну что, друзья мои, я еду. Городская... кубок, городская вода, блин. Давай мы, наверное, попробуем протестить. О, у меня тут денежки появились. Давай, наверное, мы купим. Давай попробуем вот эту вот формулу. Слушай, вот я дурачок, я на формулу не поставил. Ничего не поставил. От слова, я ее даже не апгрейдил. Слушай, она такая прыгучая. Прыгучая зараза. Но едет вроде неплохо, ребят. Ну тут все, конечно, молодцы. Все отличились. Слушай, нет, у меня там что-то стоит, ребята, из апгрейда. Я видел, что у меня стоит нитро. Я его прям ощутил. Но вот у меня защиты никакой, например, здесь нету. То есть, если мне стоит головой там воткнуться в потолок, все, тебя размажет по полной программе. Так, в другие игры играл, так вот скажем. Так, ну что, друзья мои, забытое шоссе, это все понятно. Да, хотел глянуть. Куда? Куда? Куда делась-то?
Вот, вот, ребята, у нас третий слот появился. Что я могу в этот слот? Вот она. А, ну это понятно. Можно, можно монетный ускоритель взять. А это что у нас? Для увеличения мощности. Ну, поехали. А я, кстати, посмотрел, вообще защита есть на формуле или нету? Смотри, как перед, ребята. Передок скомкало, блин. Спокуха, дядя, я Дубровский. Нет, 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 нет. Фух. Да. Тебе везет сегодня, Рейчик, ты в курсе? Нет, ну тебе не везло вначале, а теперь тебе немножечко повезло. Это как, ребята, в Динабэше, да? 10 лет минус, а потом оп, и 10 лет в плюсе. Нет, нет! Ай, дурак ты, Рей, блин. А что такая трасса? Я еще и третьим, ребят, пришел. Нет, там новые миссии вышли, семиролик по КХР-2, пожалуйста. Рей, в КС можешь поиграть? В КС. Что такое КС? Counter-Strike? Counter-Strike? Counter-Strike, друзья мои, не играю. Давай попробуем на этой машине. Да, дурень деревенский. Одна гонка всего лишь была. Сам виноват, ребят. Да я хотел другую машину. Мы сегодня будем 3000 кубков набирать вечность, ребят. С такой игрой. С такой игрой, которую я затеял, мы будем с тобой вечность тут набирать. Вообще по красоте, вообще по красоте. И как ты это представляешь? Автобус. Это пипец просто. Это просто труба полнейшая. Трубадура, я бы сказал бы. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что сейчас будет? Не, ну тут ладно. Ух. Так а что я тут? Я все равно никакого места не займу, друзья мои. Офигеть. Охренеть там. На добром слове выполз. Еще? Так, допустим. Ой-ой-ой-ой-ой, тут-то как? С горем пополам заехали. Что нас дальше ждет? Финиш. Да. Так, я раньше играл. Проблема сбраться, я играл. И мне надоело. Ну, понятное дело. Не каждый потянет 5 лет играть в одну игру. Если честно. Так, ребят, трасса била у меня. Трасса. Давай попробуем вот так вот. Трасса Билла, что-то знакомое. А, это же город. Оп. Пока тянем, ребят.
Пока тянем, да, еще и первое место заняли. Но это пока. Погнал, погнал, папа, погнал. Погнал. Не дотянул чуткаря, ребят. Ой. Переворачивайся. Кстати, он вниз головой, ребята, когда находится, он намного медленнее едет. Вот что я хочу сказать. Намного медленнее едет. Вам не показалось, что некоторые трассы как-то изменились? Вот мне почему-то показалось. Хорошо летим. Хорошо идем, как детки в школу. Все. Нормально. Первое местечко я вырвал. Да я уже понял. Так, ну что, 3000 кубков уже, как ты видишь, не за горами. Пещеры ледяного огня. И я опять хочу поехать на нашей вертушке. Ну сам... Нет, нет. Да не надо переворачиваться-то, пожалуйста, а. Ой, дурил. Не, нормально. Нормально, друзья мои. Пока. Я еду вторым. Ну зачем ты через верх, а, Рэй? А тут одна гонка, да? Один заезд будет, друзья. Не, если бы я здесь на ролличке был бы, я, может быть, занял бы первое место. Может быть. Почему вертушка лучше всех? Она не лучше всех. У нас опять весенний город, день чудесный. И я, друзья мои, опять выбираю вертушку. Санта-Лючия. Давай. Прекрасно. Хорошо идет машинка, ребят. Ее даже не бросала, никуда не перекидывала. Ехала себе и ехала. Кстати, 4 гонки здесь будут. Будет здесь 4 гонки. Жить, колесики там. Жить. Едем. А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Так, оп. Ну, в моем случае я сяду в вертушку и уеду куда-нибудь. Оп, нормально, ребят. Первое, ой, ну да, первое место второй гонки. Так что... Пока все хорошо. На изи, ребята, делаем этих сосунков всех, которые сзади там пыхтят у нас. Всякие Люсии, Санты. Но согласись, по-моему, ребят, что-то изменилось в трассах. Оп. Оп. Пунишер, каратель. Какой ты... В анус-каратель. Максимум подлизуха. Это максимально кем ты можешь быть. Пунишер. Ага. Пунишер, блин.
Так, ну ладно. Главное не дуркануть, ребята, не разбиться. Все, 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 великолепно. Первое место ни одному, ребята, даже ни шансика не дал. Открываем сундучки. Открываем сундучки. Усиленная турбо. Ускоритель колесный. Зимние шины. Кубок. Кубок лесов, друзья мои. Блин, по-моему, я опять не то, что надо взял. По-моему, я взял опять не то, что надо. Там танки у нас. А на поле танки грохотали. Солдаты шли в последний бой, я молодого. Понятно, короче. Все. Бзикус начинается у меня, по-моему, ребят. У меня начинается бзикус. Я все время, когда я так горючий беру, думаю, да че ж ты, гад, форсишь-то, а у него нету этого. Турбо, нитро. Нету, понимаешь, нету нитро. А без нитро ты хиритро. Словно, блин, мешок селитры. Ладно, давай. Шутки в сторону, как говорится. А бабайку кверху. Сейчас мы тут. Слушай, а что так? Короткие какие-то трассы, тебе не показалось? Ну, они серьезно были коротенькими, ребят. Так. Рэй, ты пойдешь испытание, в котором можно получить рок? Какой рок? О каком роке может быть речь? У него уже есть рок. Какой рок-то? Вообще не понимаем. Да? Он за випку получил. Какую випку? Так, ага, я забрал 50к, поздравляю, а я забираю. ГЦ. Кто не знает, что такое ГЦ, это или ГТ, это называется ГРАЦ. ГРАЦ — это мои поздравления. Ну что, друзья мои, у нас последняя гонка, горные мосты, так же, как и горные лаванды. Все в одном флаконе. Сейчас мы посмотрим. Ну, тут мне пришлось, ребят, поднажать немножко на тормоза. Пришлось немножко поднажать на тормоза, потому что я, ребят, боялся, что у меня перевернется тачка. Вот так вот там было сделано. Твою налево, кто-то там все равно, ребята. Не знаю, каким он макаром, ребята, вот тут вырвался первым. Наверное, любитель отчмакивать. Там, я не знаю, у кого. Но, судя по всему, да. Любитель лыкать. Да что ты, твою, делаешь-то, Рэй, ну? Ну ты дуст. Вот это, ребята, вот это я... Ну, просто дуст. Что я могу сказать? Просто дуст. Третье место. Такую парашу сейчас надо было прогнать. Я просто в шоке. Я просто, ребята, был в шоке. Ну что, попробуем? Скрипунок твою налево. Давай ты едь, ты Калистратыч. Вот что, вот ненавижу, ребят, когда тут машины с охрененной... Вот с этого... Ну зачем так прыгать-то? Чуть-чуть это, он уже там распрыгался. Давай. В какой еще лофу? Носок свой впереди. Как сказать-то? Поправь. А то как носочник едешь, блин. Я уже думал, все, ребят, я уже заочно распрощался, но нет. Там Миллиметрон. Джон Миллиметрон его можно назвать смело. Потому что он чуть-чуть бы и разбился бы. Прекрасно. Прекрасно. Ну что, последний у нас заруба. Да ядрет твою на корень-то.
нет, 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 нет. Yes, 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 yes. Слушай, чики-брики, чика-бомбони, ребят. Все нормально. В натуралочку. Тихо! Носок, как говорится, поправь. Все было в натуралочку. Вы все прекрасно сами видели, ребятушки. Все было прям как у чики-бомбони. И 30 самоцветиков. Друзья мои, 30 самоцветиков. Рэй, сделай меня вторым лидером. Рэй, Артем хороший. Ну, раз хороший. Артем же спросил, да? Подожди. Да, Артем просил продвинуть первого лидера. У меня, я так понимаю, нету, да? Уже давно, наверное, не играет. Создать новый трек. Мои треки. Создать новый трек. В плане. Выбрать тему. А, нет. Нет, я не хочу, я не хочу. Создал трек, называется. Ты серьезно? Трек, ребят, я создал, блин. Вам понравился? Я тебе скажу больше, такого трека нигде нету в мире, ребята. Просто в мире такого трека нету, который у меня сейчас был. Ладно, ребят, не буду. Не буду издевать. Да что ты? Можно выйти, господи, как выйдет отсюда? Выйти-то как? Да блин. Да как выйти? Пипец, ребят. Я, если честно, не особо любитель вот... Ой, блин. Да, в общем, ребят, я не знаю, как отсюда выйти, черт подери. А, вот, вот. Ой, господи, ты... Нарочно, блин, не придумаешь. Просто нарочно не придумаешь. Видите, как опять, я уже забыл. А, вот домик же. Ой, фу. Да, подожди. Постой, а как мне вернуться обратно к моим гонкам-то? Выход, блин, выход надо было нажать. Так, друзья мои, на сегодня, пожалуй, будет достаточно. Повеселился чуть-чуть. На старость, как говорится, лет, блин. Давно не играл, ребят. Да, конечно, почудил сегодня, но такое бывает. Еще раз повторяю, ребят, когда давно не играешь в какую-то игру, а потом возвращаешься в нее, начинаешь тупить, тормозить. Это как обычно.
Вот. А на сегодня я буду закругляться, наверное, да? Тут новости, 10 новостей, которые, как обычно, не хотят прогружаться. В общем, на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.